Всем привет! И сегодня мы готовим чихагбили. Чихагбили. Берем масло. Мы взяли. Он еще не нагрелся, поэтому я могу взять его рукой. Вот такой казанчик. Вот. Наливаем в него масло. Вот. Масло. Масло это хорошо. Вот, все, убираем масло. Вот, и готовим, значит. Выкладываем голени. Я голени отделил от кожи и прочее, но просто так лучше. Ой, зашипело. Значит, все. А сейчас мы добавляем лук. Это самое главное. Чихагбили. Мы его помешаем. И добавляем лук. Я обычно всегда, точно не помню, но я всегда мешаю с луком, курятину, вот это. А знаете, почему чихагбили? Потому что хохаби, в переводе с грузинского, ну хохаби, по-грузински, как это, птица такая, фазан, хохаби. И поэтому первые чихагбили готовили из фазанов. Ну, сейчас мы готовим это с курицей. Вот. Добавим помидоры. Опа. А вот помидоры тоже помешаем еще. Вот. Ну а что, у нас импровизация. Как хочу, так готовлю. Хотя я взял в казане. Значит, и болгарский перец. Вот. Так. И тоже помешаем. Добавляем чеснок. Хоп. Чеснок добавили. Ну, а тоже чеснок надо обязательно тоже. О, сразу запах пошел. Замечательный пошел запах. Так, ага. Что нам сейчас? Сейчас надо добавить. Перец у меня тут есть. У меня есть. Сейчас. Подожди, я залезаю в шкафчик. Сейчас пробую на аромат. Вот это есть. Это оно. Так, это оно. Больше никаких специй не надо. Все нормально. Значит, то есть мы добавляем сейчас перчику. Значит, ложку. Надо взять ложку. Значит, опа, перчик. От души. Хмеля сунели. Продавщица не продала красного перца, сказала, что я сдохну. Ну ладно, будем кушать с черным. Так, ага. Теперь. Так, ну я думаю,
перчик есть. Ну, ничего больше не надо. Я хотел лаврушку кинуть. Но лаврушку я кидать не буду. Не буду кидать лаврушку. Я сейчас решил отключить плиту. Поэтому сейчас пойду. И поэтому сейчас мы нарежем зелень. Зелень вырезаем. Так, и сейчас давайте пробовать чихарбили. Ой, давайте мне ножку вот эту. Вот сюда вот. И немножко вот этой зелени, которая была. Это очень вкусно. Вот так выглядит чихарбили. Вот, и сейчас мы попробуем. Так, давайте, смотрите, смотрите. Вкусно, как всегда получилось. Ну, некогда объяснять. Всем спасибо за внимание. Ссылки под видео. Вот. Кто не понял, тот понимай, готовь сам. Это очень вкусно. Угу. За вас. Особенно если донат закинул, то вам добра прибавится еще больше.